о которых мы будем вспоминать уже после окончания этого турнира. Вот дальним ударом Богдан Корсов открывает счет. Предыдущих турнирах под эгидой Clarion Ukraine. Качественный такой рывок вперед. И вот, да, Данил Кузьменко сравнивает счет. Как такой ледокол он прошел по центру. По центру, да. Прошел и пробил в угол. Немножко отошли от шока. И забивает гол Илья Чернышов. Но при этом травму получил Дмитрий Евсюков в этом эпизоде. Илья Чернышов. Да. Да, неудобно было переправлять мяч в ворота, но мяч пролетел рядом с девяткой. Еще один дальний удар. И забивает все-таки Максим Довгуля. Да. То, что не удалось еще несколькими секундами ранее, удалось сделать Максиму таким плотным ударом. И на самом финише первого танка Дмитров штрафным ударом. Да, абсолютно верно. И вот мяч попадает. Да, залетает мяч. Да, да, и мяч залетает в сетку ворот, что становится 3-1. Это красивый гол записал в актив Даниил Сензов.